не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела. Боженька, о, красава какая, а. Гостик нам прилетел. Гостик, у нас гости. Вот такая красота, давай, давай. Вот такая красота пришла. Ой, молодец. Ой, красотка какая. Ой-ой-ой-ой-ой, не улетай. Сейчас хлеба принесем. На, кушай. Она хлеб не ест. Она куда уйдет? Утонула? Утонула. Утонула. Она утонула. Вот она. Что, друзья, хватит стоять на якоре. Надо куда-то двигаться. Я пробую ставить такси. И открывает клавишу вот эту. Ага. Вот. Так, теперь отпускаем вот эту веревку. Упал. Подлага делай. Все. 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 Вот чуть-чуть подтяни. Наташа уходит в грот. Страшно и интересно. И вообще никого не было. И мы вот так вот просто именно сами нашли вот по наитию. Вот это ощущение, когда ты только вдвоем вот это вот нашел. Вау, круто.
Как нам повезло! Так, Серега шел на стоп. Сегодня такой прекрасный день. Вот такое растение у нас растет. Сегодня нам подарили якорь. Вот такой якорь. Это подарок безвозмездный от нашего друга. 20 килограмм. Брюс. Наш старый якорь. Его постоянно срывает вот здесь, вот на этой почве. И постоянно приходится контролировать и переживать, когда очень сильные порывы ветра здесь находится. Нас уже два раза срывало, но все было под контролем. И не хотелось, чтобы еще раз сорвало где-нибудь, когда-нибудь. И мы с удовольствием приняли этот подарок. Для чего я это вообще снимаю? Для того, чтобы, ну не знаю, кому-то может быть это интересно будет. Я хочу убрать эту всю ржавчину. Вот. Очистить его и покрасить. Красить я буду вот этой вот краской. Стоит она 43 куны. Кто в курсе, у кого есть какие-то сомнения по этой краске и по моей вообще затее установить брюс, пишите в комментарии. Thank you.
А был у нас вот такой якорь. То есть у нас их даже два. Это плуг. И этим плугом мы уже тут спахали всю акваторию. Не цепляет. Это у нас кормовой. Серьгу я забрал на новый якорь, потому что сегодня у меня уже было большое желание поменять якорь, но я не смог отцепить звено. Мы немножко подрейфовали, я попытался, там шестигранник, очень сложно. И я подумал, когда я его достану в следующий раз, я просто-напросто срежу болгаркой звено цепи и установлю туда новый якорь Брюс уже с готовым звеном. Ну, как-то так.